Немало времени и нервов может сэкономить предприниматель, если его бухгалтерские дела находятся в руках профессионалов. Результатом финансовой консультации может стать немалая экономическая выгода, а некоторые услуги вообще можно получить бесплатно. Стоит набрать в поисковике запрос «бухгалтерские услуги», и первой в ряду других фирм окажется компания «Mananauda», имеющая более чем 10-летний опыт работы. «Mananauda» применяет в работе современные компьютерные технологии. Гордостью компании является бесплатная программа обработки счетов, которой сегодня пользуются уже более 2000 клиентов. Мы стараемся по максимуму бухгалтерию вести в электронной среде. И первый шаг, который мы уже сделали, конечно, уже несколько раз об этом говорили и в масс-медии, но еще раз похвастаемся, что мы сделали программу для обработки счетов. Ее можно скачать с нашего веб-сайта, пользоваться бесплатно. Если что-то не ясно или там не стыкуются форматы в компьютерах, тогда можно нам звонить, мы обучим, и можно тогда обработать свои исходящие счета. В конце месяца их можно уже послать через e-mail к нам, и мы в таком же формате, как вложим ее в программу, и она сама обрабатывается. И это, конечно, делает и бухгалтеру работу легче, ну и сам предприниматель уже может яснее видеть, что у него происходит в его реализации. Дальнейшие планы – создание нового поколения программ для других категорий бухгалтерских операций в электронной среде. Кроме того, специалисты «Mananauda» консультируют своих клиентов в связи с нововведениями в законодательстве. В последние дни наиболее часто задаваемый вопрос о новом налоге для фирм, использующих служебные автомобили в личных целях. Наше правительство со второго подхода все-таки добралось до предпринимателей. И видно, что все-таки если хотим по-старому, тогда без оплаты налога нам не обойтись. Есть разные возможности, есть некоторые недоработки в законах. Я думаю, опытные бухгалтера все знают об этом. Я не думаю, что нам сейчас надо хвастаться публично, как это делается. Но надо чтить, что это законно. Надо посидеть, подумать, как лучше, выгоднее ли это. Потому что это зависит от того, сколько пользуется машинами. Если человек, конечно, мало пользуется, тогда надо пересмотреть, стоит ли вообще напрягаться об этом. Но если это уже достаточная доля в расходах, тогда, я думаю, стоит подумать о какой-то оптимизации. Такая консультация поможет сэкономить немало средств. Работники фирмы «Mananauda» могут подойти к решению проблем и комплексно, взяв вашу компанию на бухгалтерское обслуживание.